Вперед, едь! Вперед, сука! Говоришь, Джалин в этой больнице? Прогноз, а что если она рожает? Я чувствую Джалин, священника и еще кого-то. Ну вот, это точно ребенок! Что это за рейс, Версус? Один из важнейших для человечества. Смотри, газета! Эрмес! 11 сентября? Слышь, куда мы летим? Мы разобьемся. А башни-близнецы... Стоп, что она сказала? Пожалуйста, предупредите мою дочь. Им не избежать того, что уже произошло. Теракт произойдет через 2 минуты. Ты знаешь, из чего Бог создал женщину? Из ребра мужчины. Как думаешь, почему? Чтобы мужик мог сам себя ублажать, ха. Даже несмотря на наличие женщины. Настолько они бесполезные создания. Осторожнее, Версус. Джалин пробудила остановку времени и может не крестово удивить тебя, пупсик. Заткнись! Хочешь сказать, я слабее тёлки? Сраный священник, оставь свои проповеди при себе! Мой Underworld непобедим! Это я, сын Дио, а не ты. И в новолуние величие будет моим! Диск твоего брата, прогноза погоды. Может, я смогу шантажировать тебя этим? Эй, ты ёбудалась, Джалин! Меня все это заебало! Я иду к ним напрямую, чтобы отмудохать священника! Возьми мою нить, если все будет нормально, я притяну тебя к себе. Если нет, то вытянешь меня. Ну ты, конечно, долбанутая! Чё за? Ну тогда я... Платный камень! Время возобновило свой ход. Тебе от нас нигде не скрыться, даже за бортом самолета. Яры-яры, бля. Не может быть! А я ведь предупреждал тебя. При остановке времени молекулы прекращают свое движение. Она вышла из-под действия Андаварда на квантовом уровне и пересобрала себя заново. Выходит, ее нитки могут разрывать пространство. Слышал про теорию струн? Ага, может, они еще и в пузыри превращаются? Не исключено, на все воля Божья. Это все хуйня! Не ругайся, Версус. Это был окрестенный проигрыш. Добей его, Джалин! Прогноз погоды! Окрестенел? Ты украл у меня диск прогноза погоды? Так, сейчас мы сыграем с вами вопрос-ответ. И если ответы нам не понравятся, мы будем вас бить. Как прогноз связан с Пуччи? Он его сын. Он мой брат. Прогноз твой брат? Неутешительный прогноз. Дальше спрашивайте, у меня башка начинает болеть. Зачем сраный священник пытается достичь ада? Чтобы встретиться со своим любовником. Это правда. Да блять, за что? И ради этого FF должна была умереть? Я тебя урою, тварь! Я жизнь ей дал, я ее и забрал. А моей высшей цели вам никогда не понять. Я смогу вернуть Дио, а мир получит кару! Возвращению Бога предшествует апокалипсис! Вы что, Библию не читали, креститутки? Нет, конечно, кто вообще ее читал? Жалкие невежды. Однако теперь из-за этого диска прогноз вернет себе память, и мир рискует быть разрушенным еще до этого. Значит так, теперь мы сыграем с вами в слова. И проигравший первый получает по щам. Страх смерти. Иванова Александра. Архиепископ культа чая. Якушев Сережа. Неплохо, Центурибот. Плохо, тебе было на А. Джалин, он это специально, чтобы упасть. Началось. Это его способность, тяжелая погода. С
Советую не трогать радугу. Да пошел ты! Буду я тебя слушать! Чё за нах? Пузыри? Эрмес! К прогнозу вернулась память, а значит, он может даже озоновый слой разрушить. Слышь, Пуччи, я вижу, как ты медленно отползаешь в дырку! Память не должна была вернуться к прогнозу. Теперь его стант атакует всех без разбору. Остается либо убить его, либо извлечь диск. Джолин, сможешь ли ты убить прогноза погоды? Так забери у него диск, он же твой брат! Некрест мне делать. Сейчас ты победила, Джолин, но тебе просто повезло, что мой стенд еще не эволюционировал, и я пока не могу сражаться. Зафарда! Не уйдешь, скотина! Ёптыш! Вот тебе и пространственные нити. Тёлка материализовалась! Прогноз! Что ты делаешь? У тебя рука воняет? Слышь, инвалид, уступил мне место! Но у меня льготный билет! Сэр! Как насчет льготного билета в рай? Захлебнись своей желчью! Эй, погоди! Джолин, что, в той стороне? Она мне больше не нужна. Как это? Он что, сменил ориентацию? Ну, судя по позе, да. Я должен достигнуть ада! Получить силу, и отец тогда признает меня! Подземный мир! Вот они! Так, скажите мне что-нибудь важное. Эрмес, а у тебя есть тампоны? А? У меня там полный звездец, словно борщ разлило. Интересненько. Но может еще что-то найдется? Эмпорио обязательно доставит диск отца в фон Спида. Диск Джотеро! Он помог Пуччи узнать, как достичь ада. Эмпорио мальчик, пора избивать детей. Я обязательно найду его! Эй, не с места, тёлки! Радуга! Эй, вы! Ёбушки! Братишкин лучший стример в мире! Из-за улиток люди сходят с ума! Не Куплинов, а Куплинов! Так правильно, да! Задонатить Тендерли Бэй! Это пизда! Тяжелая погода! Если вы раньше задавались вопросом, что курил Араки, теперь вы можете не сомневаться, он курил все и сразу. Люди, превращающиеся в улиток, что дальше? Говно, превращающееся в мочу? Что, улитки попали к нам в студию? О, господи! Донатьте Сипейджу, как Лол Вова, Лимон Димон, Спейс Онион, Мистер Раули, Тимофей Кусков и Красный Акалит. Ссылка в описании. Сука! Ну и как мне найти Малого? Но где же диск? Неужели он его спрятал? Я должен проверить все варианты. Сука! Суки! Эмпорио! Насилуют! Прыгай! Нам пизда! Платный камень! Теперь я знаю, как себя чувствуют импотенты. А остановку времени я могу использовать только два раза! The Underworld! Не ожидал, что ты подкатишь ко мне? Однако тебе не одолеть, Андаварда! Я откопал воспоминания о задержании одного барыги. У него была целая тонна соли, а улитки не переносят соль! Ёбушки! Так и знал, в трусах! Диск теперь мой! Отличный план, вот только... Я переиграла переигрывание, подкинув улитку тебе в трусы. Ёбаный в рот! Отлично, Джолин! Отлично. Эй, постой! Ты бы не шумел.
Анасуи. Священник идет прямо сюда. И я собираюсь убить его. Отомщу за ФФ и еще одну девушку. А потом... Обещай, что ты убьешь меня! Только так можно остановить мою способность. И тогда я расскажу тебе, где Джалин. Ты перестанешь издавать этот звук? Нет. Прогноз! Этот прием я подсмотрел у одной подруги, и снова большое спасибо твоей способности, Доминика. Энрико! Твоя радуга мне больше не страшна, дорогой брат! Какой он тебе брат, ублюдок! Нарцисса Анасуи, ведомый мнимой любовью, веришь, что обязан сделать все ради нее? Но знаешь, что такое на самом деле любовь? Любовь — это бог. Почему на него не действует радуга прогноза? А ты лежи, страдай, и добраться до меня противником мешай. Опа, время дневной молитвы. Я пошел. Что скажет Джалин, если увидит меня таким слизняком? Я этого не переживу. И я не сдамся, просто так. Даунский ныряльщик. Прогноз погоды! Пуччи сейчас пиздецки слабый! Въеби, и он загнется! Давай! Да ёпта! Знаете ли вы, что радуги не существует? Что ты такое несешь? Это иллюзия! Для существования такого явления, как радуга, требуется солнце, дождь и глаз. Получается, если на нее никто не смотрит, ее не существует. Это означает, что радуга есть лишь в нашей голове. Я убедился в этом, когда лицезрел слепую старушку, не попавшую под действие тяжелой погоды. Радуга, дуга бога Ра. Победив ее, я стал еще на шаг ближе к божественному. Неужели? Верно. Я запечатал зрение, но чувствовать вас все еще могу. А помните мем безногим? Я убью тебя! Мы все умрем, вопрос лишь в том, как мы живем! Да покинет мир та бренная душа, что мешает планам Дио Мракобесия Верша! Лишись жизни, оков! Твое распятие! Отпущение грехов! Что это за звук? Что ты сделал? Как ты атаковал меня? Рассыпал кнопки по асфальту. Он заморозил кровь и сделал из нее копья. Священнику теперь никак не уйти от нас! Ну что, вернешь себе зрение, чтобы убедиться? Или, может, наймешь детектива? Да как ты смеешь припоминать мне это? Давай, прогноз! Тебе нужно лишь дойти до него! И всему настанет конец! Я иду к тебе. Ладно, ползу. У меня есть еще рукав в тузе. Внемли! А ну не суй! Сладкий, ты станешь моими глазами. Отвечай, как Доминика атаковал? Он сделал мины, нагрев дерьмо улиток. Умно. Проведешь меня через эти мины? Да. Кстати, ты чувствуешь, что у меня в кармане? Да, мерзость. Кстати, раньше я был девушкой. Фу, забудь, что я говорил. А теперь опиши мне безопасный путь. 3 шага вперед, 2 налево. Дальше прямо и направо. Ну вот, я побег... Бля, какого хуя? Ну ты тупой, с чего ты взял, что у тебя есть способности всего мира? Ты просто сунул в меня пальцы! Так ты притворялся? Давай, Доминика! Ты можешь добить его! Я заберу вас с собой! Тебе придется ослабить ветер, чтобы увернуться. И тогда я нападу!
Вот это решимость! Теперь ты... в моих руках! Он победил? Джолин не заслужила того, что ты с ней делаешь! Погоди, хочешь, я расскажу тебе правду о нашем прошлом? Нет. Заткнись. Скорее, прогноз! Не слушай его! Давай, попробуй убить меня! Думаешь, не смогу? Это за Перлу! Наконец-то дошли! Джолин, смотри, там Анасуй! Эй, а где Версус? Пучи! Ёп! Прогноз! А про эту мою способность вы забыли? Иллюзия Кама. Однако смерть прогноза настоящая. Он так беспокоился за тебя, Джолин, но ты не успела. Постой! Джолин! Это не Пуччи, а его иллюзия. Версус? Машина тоже была ее частью. А когда поднялся дым, он ушел. Я никуда не уйду, пока не достигну высшей цели. Вам меня не остановить. Прогноз! Говорю же, это иллюзия. Внемлите слову Божьему. Сказал Иисус, возлюби врага своего. И я возлюбил себя. Возлюбил себя. Возлюбил себя. Я ни хрена не поняла. Любовь — это Бог. И он говорит, что любит себя. Видимо, уже причислил себя к божеству. И считает, что его интересы важнее всего на свете. Мы обязаны его остановить. Кстати, мы не... улитки? Нашел прогноза? Нет. Используй кис. Раздвоим ноги на носу, я пришью их Везеру, и еще можно раздвоить мое сердце! Джолин! Ветра больше нет! Понимаешь? Он улетает на небеса. Он сделал все возможное. Это же... Охренеть, он умудрился извлечь свой диск! Он оставил нам... надежду на победу. Прогноз. Сукин сын, ты думал о нас до последнего. Кстати, оказалось, его имя было от... Доминика. Доми... Неужели мы... больше никогда не полетаем на твоем ветре? Ты не заслужил такой смерти. Спасибо за все. Клянусь, ты будешь отомщен.